налоги. Пускай проверяют наш район, наши дома, магазины, школы и все проверяют. Елена Сергеевна, вы показываете распечатку с интернета какую-то непонятную. У меня официальный ответ, который вы получили. Вам дал ответ Кушнерский. Да, вам дал он ответ. А написал про диоксин. Экологичная инспекция — это две разных организации. Зачитать. Не надо нам читать. Мы знаем, чем мы дышим. Да. Чем мы дышим? Проверьте школы. У вас дети есть? Оно понятно. Проверьте детские дома. Понимаете? Проверьте магазины. Проверьте. Дивіться, що ця людина. Що ми здесь дышим? Що ви показуєте конкретно? А ви що показуєте? Я показую. Ви ж не писав графу проверки. Кушнєвський ж не писав. Сейчас. Смотрите, я... Можно минутку сказать? Иди на него. Послушайте. Кушнерский не имеет права вообще писать. Кушнерский акты не пишет, а продиктует в акте проверки. Послушайте внимательно, смотрите. Реально ситуация настолько неблагополучная в районе, как Сахима. Мы смотрим, что как Сахима есть еще за дома. Я понимаю. И выбросы есть вредные. Проверьте магазин. Но. Проверьте продукты. Вы меня послушаете. Я слушаю. Да. Да мы тут... Я вам говорю, ситуация экологическая неблагополучная. И она не нуждается в том, чтобы что-то выдумывать, понимаете? И врать жителям, как сейчас здесь делают. Если вы знаете, почему они решают. Если вы хотите, чтобы с вами разговаривали, не говорите, что жители врут. Жители здесь живут, я говорю вам, и они занимаются этим вопросом. Вы слышали, что я сказал? Вы должны заниматься вопросом. Разворачивайтесь быстро отсюда. Я сказал вам, врут. Быстро отсюда. Администрация знает и не решает вопрос. Быстро отсюда, мы вас вообще не вызываем. Знает ваша администрация, не решает вопрос. Он показывает. Раз приехал в воскресенье, здесь травился, сюда сейчас. Кого я здесь травил? Что вы здесь делаете? Почему вы кричите на меня? Что вам здесь надо, объясните. Приходите, поживите. Вы пришли, помогите людям. Я за этим и пришел. А вы не помогаете. Зовите экологию. Приведите в дома, идите как корреспондент, придите ко мне в квартиру, другим, и подышите, чтобы меры посмотрели. Экологию уже позвали. Не поддельно. Да, провели уже встречу, да, с официальным лицом, понимаете? Вам Алексей рассказывает. Мы умрем скоро все, понимаете? И такое будет продолжаться. Это то самое официальное лицо. Почему наши представители не пригласили? А умирают все. О чем вы там говорили с экологами? Все поумирают. Носить противоположное. Нет, который буквально дословно сказал, если вы считаете, что все проплачены, так, ну, тогда, так тогда лучше и не жить. То есть, иными словами, он предложил... Это кто сказал, Елена? Это Субботин. Субботин? Можно ли? А это кто? Не знаю. Ну, хорошо, вы корреспондент, не знаете, вы узнаете. Решайте. Занимайтесь чем? Ну, вы пресса. А чего? Вы пресса, а вы кто? Много, нас много. Много людей, которые уже... Что вы решаете? Давайте много решать. Пресса, а вы кто? И что вы решаете? Решаете. Ну, объясните.